Самые странные пробы, которые у меня были когда-либо, это еще было до моей первой киноработы, когда ты ходишь по большим количествам проб, и ты думаешь, что как актер ты должен готов быть на все. И однажды меня попросили раздеться, ну, слава богу, до белья, пройтись, покрутиться и так далее, но я считала, что я должна была это сделать как истинная актриса. И теперь я понимаю, какой это был развод. Так что не ведитесь на такое, этого не нужно делать.